Христос воскрес, и в этих двух словах такая мощь, победа и свобода. Но это может только тот понять, кто сердцем растворился в Слове Бога. Христос воскрес, 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 ликует сердце, представляя ясно, как это было, как зажегся свет в Его учениках, и тьма угасла. Как преклонился перед Ним Фома, не веря раньше в чудо воскресения, как в трепете Мария ожила, как Иоанн и Петр пришли в волнение. Воскрес Господь! Отвален гроба камень, огромный груз вины упал с моей души, и грех прощен. Иисус сказал: «Я с вами до века окончания, во все дни». Я восхищаюсь подвигом любви, и небо торжество в моем спасенном сердце оставил на земле Христос следы, чтоб шли за Ним мы с радостной вестью. Сегодня, через много сотен лет, склоняюсь я к Его ногам смиренно, пред взором мысленно Голгофский крест и величайшая из всех побед победа. Аминь.